Всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему мы, Ванька, Алекс и Веразис. Привет! Всем привет! И мы продолжаем играть в GTA San Andreas. И сегодня мы будем искать домик-виллу для Руслана, который заработал на этом сервере дофигища денег. Ну, любит у нас парень зарабатывать. Фигня мается. Нечего делать, короче, парни. Он просто... Что случилось? Катапультируемся, катапультируемся! Ну тут уже эпичное начало, конечно. Конечно. Стой, меня возьми. Не, вот Вань, вот это ладно, согласен. Вот это мне надо было снимать. Так, а это что тут делает? Так, ладно, возьми меня. Это что сейчас было? Так, дай-ка я тебе сейчас открою. Хотя нет, да подожди. Я поеду на крышу, дай-ка. Я тебя открыл. Поздняк, не так. Не, ну тут эпичное начало. Да-да-да. Руслан, не надо, а? Нормальную, поставь анимацию. Какую? Лей, например, sit down, hands up. Тут нет лей. Здесь есть лей. Умеет они обламывать. Так, нормально? То хоть мне фары ломать передние. Своими ногами. Вань, ты где там? Да я тут катаюсь, по шоссе все. Ты к четырем драконам, знаешь, где четыре дракона? Сейчас газану. Газуйте к пирамиде. Ладно. Я от нее вообще недалеко. Мы просто уже как бы въехали в Лас-Вегас. Давайте. Я уже у пирамиды. Тут едем. Заткнись. Че там? Ничего не слышал, нет? Звездочка. Вау! Ну чё, где вы, ребятки? Я еду. Вон, видишь? Тебе ничего не пишет, разве? You can buy a weapon. Да-да-да-да-да. Микро-МЖ. А впрочем, нету никаких проблем. Кроме этих хризантем. Хватит по кругу кататься. Вон, эй, драг-дилер! По дешевке. Ты мне тачку помял! Да, а ну вылезай из машины, ублюдок! Давай, по дешевке купи оружие, Вань. Смотри, кстати, там совсем дешево. Подожди, пусть он развернет. Ни хрена себе по дешевке. Сколько? 505 баксов. За что? Микро СМГ. Ну, 300 патронов. Да ладно тебе. А! Просто альт, нажми, купишь 300 патронов микро СМГ. Я сравню еще. Там, Вань, одна УЗИха стоит 505 в этом в обычном магазине. 30 патронов. Все равно деньги не мои. Где это? Чмо? Он, слушай, он разворачивается. Руслан, ты куда делся? Он разворачивается, он сейчас приедет. Тихо. Погодь, не газуй. Подожди. Чё ты хочешь залезть? Вот так-то лучше. Газуй к нему. Он там сзади нас, да? Ну он на крышу зачем-то заехал. Он сейчас прыгать будет. Парни, стойте, где стоит. Давай, лови его. Ну не снимай, я же снимаю, пусть прыгает, я его уже вижу. Мой молодец. Ты ему пол хп снял. Знаю. А им вот. Ты сбил меня. По колесам ему. Ну ты чё по колесам не можешь попасть? Что на том сервере, что на этом? Ну вот. Ты куда, блин? Конечно, блин, на гоночной машине против грузовичка. Мы его все равно, сейчас. Я все равно могу догнать, самый прикол. О, давай на Инферносе. Вот на Инферносе мы его точно догоним. Давай, сейчас мы сделаем. Давай, садись. Короче, нет, именно садись за этот. А, ясно. Погнали, пофиг, погнали. Я не могу сесть. А, он чей? Башки! Сейчас найдем чего. Давай вот тогда на Султане что-то попробуем. Попробуй. Ты сядь именно на место пассажира, из пассажирского места будешь стрелять. Тут неудобно. Ну попробуй. Мне так удобно. Ну ладно. Взял тут микро СМГ за 505. Все нормально, я уже все патроны расстрелял. Так, Руслан, что там делать? Вы меня найдете, да? Ты, кстати, знаешь, сколько ты мне патронов дал? Лалки кидал.
Ну. 100. Там рандом выпадает, там все ну, по рандому. За 505 баксов, да иди ты в задницу. Я больше тебе ничего брать не буду, ты плохой драгдилер. Ты слова не путай. Гандилер. Молодец просто. Он мне продал драки, меня теперь плющит. Ну да, ну да. Которые были в оружии, да, спрятаны? Ты что, не знал? Там, вроде... А за что такие бешеные деньги, ты мне ответь? Ты это думаешь, бешеные деньги? Ты вон в этот в армори зайди, вот там бешеные деньги. Тише, тише, девочки. Там вот на снайпа, блин. Кстати, на снайпа должна быть. Еее! Чё ты вылез? Чё ты... Чё ты... Чё ты на меня смотришь? Ой, поехали, поехали! А чё, где? А где Верайс? Вы его чё, потеряли, что ли? Ой, кажись, да. Палим! Лохи. Убивай его! Убивай, у него... У него... Он меня убил. Вот тварь. Это всё из Руслана. Ну, молодец. Спасибо. Все нам засрал, просто все. Тебя тоже грохнули? Ну а что, ты видел, у меня изначально было... О, красавы, красавы. Вот именно поэтому ты молодец, Руслан. Просто все. А что ты вылез свои снайпой хвастать? Ну я-то не ожидал, что они там. Вашки. Я ж тебе говорю, подъехали, ребятки. Ты этого не говорил. Я тебе говорю, подъехали, ребятки. Ты такой стоишь, пыришь куда-то не туда. Вашки. А они все равно ружку не получили, потому что это я... Это что сейчас было? Не знаю, чел. Чел решил на самолете полетать. Что-то бомбануло сейчас такое. Это ну, самолет почему? Упал сзади тебя. А сейчас что это было тогда? Еще один самолет упал. Там сейчас еще один. Сейчас еще третий упадет. И Руслан это не снимает, ну как всегда. А я тебе говорил запускать сотрудникам? А я тебе говорил, я не хочу, я вот не него схотим. Ну вот, так что... Ребят, забор не работает. Ай, да, мы же мне дом ищем. А, ну да. Нет. Хорошо, а, ищем. Лёх, ты спрашивал, как тут насадить бумажки. Mm-hmm. Пожалуйста, садишься в ладо, отёшь работу и полетаешь через клуб, а не садится. А, же другая работа. Нет. Там работа пилота. Ну, работа пилота. Летишь к кругу, пролетаешь через него и разбрасываешь бумажки. Какой сильный. Ой. Сам попробуй. Я, может, случайно самолет вынес, ну ладно. А, ребят, здесь, короче, чувак в АФК на самолете завис, да? Вот, и я к нему сейчас запрыгну на крыло, он когда выйдет, самолет снова подымется, выйдешь, я у него на крыше буду. Надеюсь, моя идея сейчас сработает, и я успею. Либо все лагнет, и я опять умру. Я люблю такой хренью заниматься. Так, все, я у него. Погнали, чел. Кто там на вертике мочит? Ты где, Руслан? Я это... с этим участком. Тоже летаешь? Что мне вот эта вот хрень приземляющаяся вообще не нравится. Блин, быстрее! Давай, давай! Чувак, что тебе надо? Чувак! Улетай! Блин, ладно, ну его нафиг. Стрёмно как-то. Самолет взял, сел в него, заблокировался, там его ФК ушел. Молодец. Молодец, молодец. Еще я на Инферносе. О, ребят, я сейчас на Инферносе поеду. А, не, Инфернос дымится. А, это, наверное, тот, где я умер. А, блин, я в Султане. Хоть дымающийся, но покатайтесь. Знаешь, надо бы на военную базу сгонять, посмотреть, что там есть. Нам, скорее всего, не дадут этим воспользоваться, а то бы хаос был на сервере. Звезды появятся, и вас быстренько. Либо, да, какая-нибудь хрень появится, нас убьет нахуй. Или там просто военная техника будет стоять, и не будет никаких танков, истребителей, вертолетов, ничего не будет. Скорее всего, именно так и будет. А впрочем, нету никаких проблем, кроме этих хризантем. Кстати, хризантем. Мы на 1 сентября купили букетики. Я купил. Какие проблемы? Да почему он не может сесть? Ты какого хрена? Вот тут нафига, вот вы мне объясните. Букетики? Да. Потому что школота. Что ты, блин, школота, блин, с твоим поведением. Ты даже на первый класс не попадешь. Потом. Как мне давать
Сейчас, подожди, я за тебя извинюсь. Я кругом отпущу. Наверное. Блин, да что за хрень? Он не садится в самолеты. Ну, шамал закрыт. Не знаю, я сел спокойно в шамал один. Да. Взорвал его. А, ну это люди, блин, закрывают и выходят. Штука не могли сесть. Ребят, вот тут? Ребят, вот тут? Да, ну ша. Я тут на самолете фигней страдаю. Блин, что случилось? Твой аэропорт, ничего нет, а все, что заспавнилось, кто-то взял и закрыл. Это ты сейчас летишь? Да, это он забирает здесь. Посмотри вниз. Нет, ты еще на нем смотри, я начну листочки. Что, что ли, здесь в самолете? Ой, я отвлекся. Смотри, смотри, еще листочки за ним улетят. Ты улетел. Улетел-то ты куда? На листочки. И в аэропорт. In your head, in your head. А, ты вот тут сама говоришь? Окей. So... Зомби. Подожди, а что это самолет сам по себе? Кто-то его сбросил, что ли? Сейчас его догоню. Сейчас его догоню. Там он горит. Ну для меня-то он не горит. Ладно, Русь, я тебя сейчас на крыло поймаю. Помнишь, как тогда? Когда, да давай, говорит, поиграем. Я тебя сейчас, говорит, собью. И такой вмазался. Ты хорош. Я знал, что я. Тормози ты. Ведь это ты я носом бился, а не ты. О, Шамал упал. Вот другое дело. Там чел, он тебе не даст в него сесть. Да, вот Таша закрытый. Блин, у меня какой-то у меня звук от Дуду порвал. Да, откуда? Такое бывает почему-то. Откуда оттуда? От Дудо. А я тебе скажу почему, потому что я из скайпа вырубился, скайп сейчас все звуки заглушил. У нас с Лёхой то же самое было. Нет. Это именно с Саньки в самую. Такой... Саньки? А, ну тогда да, тоже такое бывает. Я прохождение кругов прекрасно слышу. Ребят, видите, что я творю? Очень часто это бывает именно когда дождь идёт. Пора на посадку. А у вас дождь идёт? Нет, я говорю наиболее часто. Так у всех погода одинаковая. Ну, вот я уж хотел удивиться. Русь, можешь меня заснять? А ты где? А, я опять над аэропортом летаю. Заснимешь? Да, ща. Чё такой медленный пистол? Прям лети за мной. Так я уже пешеньком. Пешеньком. Да. Ладно. А можешь лететь именно за мной? Или ты разбился? Я выпрыгнул. А я чё, ничего не знаю. Чё это за машина? Чё она бегает? А впрочем, нету никаких проблем, кроме этих хризантем. Блин, вот это надо было сейчас снимать. Я такой финтифлюк сейчас говорю. Блин. Тебе нравится слово финтифлюха? Нет, просто сейчас такой момент был. Короче, я спрыгнул с пирамиды и как бы упал и продолжил падать уже в упавшем положении. В GTA 5 прикольная физика самолетов, там такие финтифлюхи творить можно. Только GTA 5-то еще надо дождаться её. Ну, кстати, тот слушок, что GTA 5, типа, не будут выпускать вообще, да, на ПК, либо перенесут, это фейки конкретные. Потому что Rockstar вчера уже сегодня... Да, объявили о том, что все нормально, как объявили осенью. Как и даже раньше 2015 года. Да. Точно этим этой осенью будет. Падаю, бич. Блин. Пацаны, сейчас только Русик прилетит меня снимать, я точно шлёпнусь. И ты разобьешься, да, сразу? Да, конкретно, просто. Русланчик. Руслан, иди мойся. Русланчик, 4 минуты. Руслан, ты хочешь помыться? Я потом помоюсь, так. Так. Русланчик, будешь на меня снимать или нет? Не знаю, ну чё. Где здесь доки? Никто мне это объяснит? Где не знаю, я искал, так тут ничего и не нашел. Я думал, в Лас-Вентурусе. Где в Лас-Вентурусе доки? Так и не нашел. Кто раз искал, так не нашел.
Написано, что можно тачку в доки отдать. А где эти доки? Не знаю, я искал долго, говорю, так и не нашел. Ладно, я пойду грубовщиком поработаю. Я как грубовщиком работать? Его уже как-то можно. Ты-то где? Нет. Ты-то где? Это ты там наедешь? Да, это не ты был. Успокойся, я за. Ты на самолете? А. Тяги не хватает, мы падаем. Я тебя уже не снимаю. А меня уже сейчас и не нужно будет снимать, я боюсь. Так, ну ладно, можно садиться и лететь обратно. Эй, Веразис, я уже горел. Аккуратнее. Отлично, эти флюхи на дымящемся самолете. Ты меня снимаешь? Сейчас я красиво разобьюсь. Смотрите, дорогие друзья. Не, у него тяги не хватит, но в принципе... Опасно? Опасно. Скажи, что ты это не снял. Я это не снял. Мне нравится, как здесь постоянно самолет падает. И чел такой с воздуха аккуратненько. Что это? Это забор. Ай! Ну это я снял. Снял? Снял. Я твои деньги просираю. Да я говорю, уже сейчас не выйду, пока Руслан долетит, говорю, все уже, у меня вся лафа кончится. На дымящемся самолете трюки делать что-то как-то не в кайф. Нормально. Ауч. Ладно, Рус, гоу ко мне домой. Потом найдем Леху и поехали дом искать уже наконец. Надо оправдывать. Надо прыгать. Серию. А впрочем, нету никаких проблем. А как я там зацепил? Я столб, да, цепанул? Кто тебя знает, потом мы видим. А там будет смотреть. Ну чё, я у входа в аэропорт, ты где? Всё, я... Вот, да я, да. Не газуй, я тебя так, не вы там где оба? А у входа в аэропорт. Окей, сейчас... Здесь Руслан тебя... Сейчас я к вам подъеду, значит. Гусь, ты еще на мне? Нет. Вы точно так? Теперь да. А на тебе. Ты где, Лех? Я тут не, вот не надо только машину ломать. Я сейчас починю. Ты сейчас починишь, да? Да. В этом уверен? Я узнаю, как чинить. Я ком подъехал. Ко входу в аэропорт. Вы там что ли? Вы там где, ё-моё? Мы у гостиницы. Да какого хрена? Я не знаю, он меня туда увез. У кого какой гостиницы? Тачка, даже не смей. Вот. За чё вы там за фигнёй маетесь? Твоя очередь. Да, это прям гостиница, да? Это казино, блин, очевидно же. Почему все? Вот здесь два чувака, которые хотят нас это бобо нам сделать. Поехали. Давай, запрыгивай или садись. Руслан, что надо ломать? Быстрее залезай! Ты вылетел, Руслан, на меня. Погнали. Да и вы задолбали оба. Подожди, сейчас Ваня. Вообще я вас обоих под землю запихну. Не надо. Особенно Ваню. Ты ссал опять? Ну, хватит фигней страдать, а. Блин, она лучше другой. Блин, Рус, газуй быстрее. А вы направо или налево поехали? Правильно. Меня Лёха домой везет. Направо или налево? Без разницы. Налево, на другое лево. Здесь звездочка есть, тебе очень так хочется. Короче, к моему дому, Руслан, поехали.
Газой, водитель, газой! Забыл!